Есть. О, боже мой, ты напугала меня. Ну хоть предупредила бы, я бы подготовил копье, смазал бы, восточил бы. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня я решил снова вернуться на прекрасный плот в игре Raft, поскольку я узнал, что, оказывается, там вышли новые всякие патчи, дополнения, которые творят с этой игрой что-то невероятное. Там очень много нового контента. Мы и старый контент толком-то не посмотрели, но сейчас тут прям, ну вот, очень много. Мы создадим для этого новый мир, обычный. Нам нужно название... Создать мир. Не знаю, как вы, а я собираюсь сегодня надрать задницу не одной акуле, а целой кучи, целому семейству. Я и просто испепелю их. Я их изничтожу. Они погибнут прямо в воде. Хотя акулы должны, наоборот, выживать в воде. Они сдохнут, они там задохнутся у меня. Иди сюда, палка. Иди сюда, вторая палка. Пластик. Ну пошел куда? Ну сюда пошел. Вместе с палкой. Вот она плавает. Фу на себя, мразь. Ты мне жизнь портила столько лет. Я сделаю самый лучший плод на свете. Это будет плотом нашего воображения. Запретный плод наших фантазий. Иди ко мне, бочка. А! Погодите, пора бы уже начать делать всякие различные инструменты. Мне не хватает веревки, потому что я что? Я ее не скрафтил. Вот, все, у нас теперь есть молоток. Мы ставим его на второй слот. Пришло время расширяться. Все, время расширяться закончилось. Нам не хватило. А, точно, нужно сделать копье. Блин, досок мало. Надо бочку ухватить вместе с досками. Ухватил только бочку. Надо быть готовым, потому что скоро мы повстречаем первый остров. Ты не плавай здесь! Моя территория. Смотрим. Копье можно? Копье можно. Во, вот это улов. И еще вместе вот с этим. Итак, копье мы поставим на третий слот. Я не хочу терять части плота. И мне еще дистиллятор нужно будет скоро сделать. Я захочу очень сильно пить. Ой! Не смей уходить от меня, бочка, не смей! Окей, думай. Что нам еще нужно? Нам нужен каменный топор, один есть, изготовили. Потому что я сейчас собираюсь рубить. Ой, как хорошо, как мы плот только что оборудовали. Я собираюсь очень много дерева сейчас добыть. Ой, по-моему, нас сносит в ту сторону. Не в ту сторону, точнее. Нет! В рожу. На тебе шрам. Еще один шрам оставил тебе. Мне надо пальмовых листьев, да, еще набрать, получается, чтобы пару сделать. А, еще досок целую кучу надо. Неужто ли я просру сейчас остров? И скоро якорь у меня закончится. В смысле, крюк. А вот якорь — это очень хорошая идея. Я не могу сделать якорь. Мне камень нужен. Все, прощай, у меня крюк сломался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо как. А, фух, у меня есть. Ладно, остров, прощай. Я другого себе найду. Не один, так другой. Значит, из такого важного нам нужно сделать одну удочку. И уже пора бы дистиллятор. Опреснитель, точнее. Всего лишь еще несколько досок надо взять. Вот, сразу пачку. Сейчас будет у нас... Сейчас будет дистиллятор. Иди, акула. Ты что, забыла, как ты отхватила? Короткая память, да, у тебя рыбина? Окей, опреснитель, let's go, готов. Очень удобно. Очень удобно, вот сюда. Что еще нужно? Кружка. Наполнить. Положить. Положить доска. Далее, конечно же, мы должны обычную кровать сделать. Ой. Так, металл весь не надо тратить. Изготовить кровать. Изготовить хранилище мы не можем. Пока что не можем. Значит, кровать мы можем уже сделать. Она будет у нас вот здесь. Ты будешь тут стоять. Удочка у нас уже есть. Нам не хватает только обычного гриля. Есть. О, боже мой, ты напугала меня. Ну, хоть предупредила бы. Я бы подготовил копье, смазал бы, восточил бы. Чиним. Все. Все очень починитое. Мы, кстати, даже можем продолжать его, да? Я думаю, надо застраивать. Новый остров, и мы прямо в него движемся. О, нет, мы прямо мимо острова идем. Прямо мы в миллиметре от него пройдем. Так нельзя. Нам нужен срочно что-нибудь. Парус. Нам нужен парус. Еще не хватает камня. И досок не хватает. Так, ладно. Парус не прокатит, а вот... Весло, а вот весло обязательно. Не нравится мне этот вид, очень все такое неприятное. Благо есть от луны блик на воде. Потому что вот на этот туман смотреть, ну просто жутко. Как будто я сейчас увижу рельеф, а оттуда Ктулху вылазит и зазывает меня к себе. Давайте чуть-чуть правее. Надо чуть-чуть правее и упереться. Попутно собираем, конечно же, ресы. Вот хорошая бухточка. А, да. Надеюсь, ты будешь стоять себе спокойно. Быстренько, надо дерево добывать. Как ты там? Он уплывает? Он уплывает. Мы сейчас его встретим на той стороне. Главное, быстренько все собрать отсюда, все, что здесь есть. Тут ничего нету. Красный цветок, нафиг ты мне сдался. Скорей, скорей, скорей. Уплывает. Берем ананасы. Давай. Ух. Быстрее. Фух, успел. Хороший был улов, удачный. Мы теперь можем с вами сделать грядку. Обычная маленькая грядочка. Изготовить. Ну, ты будешь располагаться тут. Во. Давайте тогда, не знаю, что ли, семена какие-нибудь посадим. Как можем? Пальмовое семечко. Давайте ананас посадим. Ананас. Садись. Почему нельзя? Я не могу ананас почему-то посадить. Может быть, нужна грядка побольше? Еще один остров. Отошла. Отошла. Смотрите, какой он большой. Давайте гребем скорее туда. Еда.
Только не еда. Она заканчивается. Так. Положить картофель. Наполнить пресной водой. Все хорошо, что я заранее подготовился. Мы проплываем мимо острова. Кстати, давайте ананас съедим. Немножко утолим голод. Я вот что-то не могу понять. Все нормально, я правильно плыву. То есть я двигаюсь вообще? Сейчас уже весло солью просто. Давай, включи гипергребля. Ой, как бы сейчас гипергребля помогла бы. О! А, как так получилось? Как так получилось? Представим, что ничего не было. Выкинули из головы это. Меня просто скинуло. Прикиньте. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай, мне нужно немножечко перерыв какой-нибудь. Чуть-чуть на острове побыть. Нормально исследовать его. Весло сейчас подведет, конечно же. Давайте быстренько, быстренько еще одно сделаем. Раз, два. Готовить. Греби. Пожалуйста. Давайте, упертость. Упорство и труд. Упорство и труд. Вот, вот. Кажется, мы преодолели стихию. Мы преодолели стихию. Мы преодолели. Давай, стихию преодолели. Я уже сказал ребятам, не подставляй меня. Стихия преодолена уже. Объявление официальное было. Давай. Вот, вот что он сейчас сделал? Кисть затекла. Блин, у тебя затечет кисть плыть, когда ты без плота останешься. Давай, вперед. Ну давай, деточка моя, давай. Ты можешь. Есть. Есть. Есть! Вот сюда давайте запиливаемся. Запилимся в идеальную выемку. Прям под нас. Для нас специально сделано. Эксклюзивная элитная парковка. Нет, куда-то. Все. Ну теперь нас точно никуда не снесет. А, хорошо же. Ой, жареного картофеля давайте. Браво, брависсимо, браво, брависсимо. И даже давайте попьем пресной воды. Блин, что ж... Как внезапно напало. А, ладно, быстрее, пока она отвлеклась, пока она чувствует боль в своем лице. А! Отомстила слегонца. Есть, как здорово. Желтый цветок, не знаю, для чего он нужен. Давайте посмотрим, для чего нужен желтый цветок. Это не желтый. А, вот, из него можно сделать краску. Краска нам не нужна. Нам нужны материалы, серьезные, понимаете? Если мне нужна будет красная краска, я просто акулу немножко потереблю и все из нее достану. Она забрызгает весь мой плод, я перекрашу его сразу в один заход. Так, это дерево нельзя добыть, но можно под ним подняться. Арбуз! Посадим арбуз. Еще манго можем посадить. Ах, я на вершине мира. О, чайка, смотрите. Чайка, я даже выше, чем ты. Копьем ее. Давай. А! Не смог. Но как минимум напугал ее. О, no. Восстанавливаем силы. Рубить дрова — это моя участь. Я всегда во всех играх в итоге рублю какие-то там сраные дрова. Что там за звуки? Кто там смеет плавать, а? А, смотрите, стоит себе надежно. Кстати говоря, я знаю, что вещи некоторые можно добыть, только спустившись вот сюда вниз. Да, вот металлолом. А сразу тут как тут, да? Слегонца, плечо, плечо. Вот я вижу камни. Это ведь камень? Запорола меня. В принципе, акула может меня спокойно еще кусать, я даже не против. Главное, промахнулся. Теперь попало. Вот теперь мне надо валить просто отсюда уже. В целом, все, я, кажется, на этом острове все забрал. Что мы можем сделать сейчас? В принципе, я думаю, надо валить. Кстати, у нас нет рабочего стола, а он нам очень нужен. И пока мы здесь, я думаю, его стоит... Давайте вращать. Его стоит изготовить. И поизучать что-то спокойно, ничего не упуская. Ну, как же так? Как же так? Почему опять это место отожрала? Гриль, спасся, спасся, гриль, спасся. У нас нету досок, не хватает? А, место, наверное, да, просто. А, нас сносит. Блин. Ну все, ладно, отправляемся снова в путь. Итак, давайте смотреть, что мы можем изучить. Пальмовые можем изучить? Можем. Свеколку. Нельзя. Кокос. Нельзя. Пластик. Ой, это что, камень? Прекрасно. Но это же не все еще, доска, изучить. Потом, может быть, весло? Нельзя. Кружка. Вот, пластик. Пластик можно изучить. Ну, не густо. Хотя, погодите, смотрите. Стол можно, каменная стрела. Целую кучу всякого добра. Ладно, куда мы там? О, далеко уже отплыли. Знаете, что думаю? А давайте порыбачим. И забросили, как называется, леску. Крючок. Крючок. Во! Сырой морской лещ. И сырая сельдь. Я вижу плот. Надо бы к нему срулить. Там мы точно что-нибудь найдем полезное, новенькое. Если не ошибаюсь, нас течением прям туда и несет. Я вот судю по дорожке из ресурсов. Да сволочь, у нас пластика не хватает, а? Прикиньте. Парус. Мне не из чего его сделать. А, нет, сносят. Что можно сделать? Блин, побежали. Ай, кольнуло, щипануло. Ничего. Так, что? 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 Пожалуйста. Вот это выкинем. Камень нужен. Камень. Скорей! Ой, опасно! Бочка! Надо взять бочку. И подплывай ко мне.
Бочку захватили заодно. Теперь вы можете... Скорее давай, дельфинчиком. Дельфинчик стайл. Дельфинчик... Блин, мы гайку нашли. Болт надо изучить обязательно. Чертеж изучено. Я не понял. Я не понял. Ты вообще... Ты на кого работаешь? Пора бы как-то немножко, мне кажется, увеличить нашу площадь. О, вода, точно. И рыбешку жарить. О, смотрите, как все плохо. У нас нет пластика. Чертова бочка. Есть пластик теперь. Опа, готовый морской лещ. Неплохо, кстати, восстановил. Ладненько, я думаю, нам пора сделать убежище себе. Точнее, хранилище. У нас не хватает пластика. Я думаю, мы не будем его делать. Блин, столько пластика вокруг поплывает. И не хватает времени, чтобы все цеплять. Вот, этот зацепил. Окей. Сразу две бочки, да пластик. Охренеть, как много набрал. Моя жадная натура очень переживает из-за того, что пока ты... Допустим, я хочу сейчас поизучать немножечко. Попланировать свою площадь. Маленькую жилплощадь скромную. Но моя жадная часть такая, ну ты пропускаешь ресурсов, целую кучу, каждый раз, каждую секунду, что ты медлишь. Просто добывай, вся игра будет в этом состоять. Больше ничего не делай. И мы готовы сделать хранилище. Которое, блин, чуть не выкинул. А, ну я думаю, пару, сука, идет сюда, поставим. Идеально. Хранилище поставим вот сюда. У меня плохо с едой. Теперь у меня хорошо. Ладно, давайте отвлечемся на секундочку. Просто поизучаем все, что у нас сейчас есть. Я только решил заняться делом, как ты приползла, тварина. А, вот хлам еще можем изучить. Ой, как много всего. Как же использовать все это? Я не понимаю. У нас там парус, который надо направить на остров с ручником. Получится ли у нас? Слушайте, да, мы прям в сторону идем. Все, рейсов на пути пока не будет, значит, мы можем на это не отвлекаться. Я бы сложил то, что нам не нужно. Давайте всю еду, например, вот сюда сложим. Во, как-то так. Вот образовалась новая дорожка из ресурсов. Мы, получается, влияем с вами на игру и на то, в каком направлении она пойдет. А, черт. Давайте меняем направление чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Что-то мы всираемся, по-моему. Надо помочь себе. О, вот это серьезный разговор. Забирай. Вот, значит, смотрим. Значит, нам нужно теперь правильно направить парус прямо в сторону острова. Пусть он направляет все время наш плот в него. Сеть-ловушка. Ой, как это нужно. Ой, как это поможет мне. Типа вот так, да? Давайте, гоу, изучать остров. Рубить дровишки и рыскать хлам. Вот он такой хороший. Погодите, оно плывет, я чувствую, я слышу. Как успел, хорошо. Хорошо, пока получается от него улизнуть. Не знаю, как вы, а я собираюсь сегодня надрать задницу не одной акуле, а целой кучей, целому семейству. Мне не нравится это. Плот что-то дергается. Дерганый какой, а? Хватит дергаться. Говно, а не остров. Немножко есть, конечно, всякого лута, но... Блин, это несерьезно. Ловушку! Блин! А у меня нет копья. Почему на ловушку? А ты что, разумная? Ты знала? Все испортила мне. Вообще все. Ну ничего. Дальше будет только лучше. Наш плот сносит потихоньку. Давайте тогда отчаливаем. Вперед. Ах, под эту замечательную, вдохновляющую, приключенческую музыку мы с вами отправляемся дальше. В неизведанное. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Если хотите увидеть больше Рафта, ставьте 1000 лайков. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, становитесь доску своими. Не забывайте про мой комикс, который вышел уже давно. Он бесплатен для всех и открыт предзаказ на его заказ, на печатную версию. Всего 200 экземпляров, так что спешите, друзья, приобрести это. Комикс будет печатный с моей росписью. Это потрясающий артефакт. И вообще история прикольная. Вам должно понравиться, вы должны подсесть на нее, потому что скоро выходит второй номер. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!